Всем привет, с вами Полиморфик. В прошлом видео Крис Робертс затронул тему предстоящего медицинского геймплея. Первая его итерация нас ждет уже в патче 3.15, который запланирован к концу сентября 2021 года. Медицинский геймплей будет продолжением системы выживания, которая на данный момент уже присутствует в игре. Система выживания ввела необходимость пить, есть и защищаться от экстремальных температур. Также появились реакции персонажа на лекарственные средства. Медицинский геймплей — это первая ступенька в противоречивом будущем геймплее смерти космонавта, в котором сильно придется дорожить жизнью вашего персонажа, а после его смерти придется создавать клона, который и продолжит ваше дело. Но из-за деградации ДНК себя удастся клонировать всего раза 4 или 5, так как клон с каждым разом будет накапливать все больше различных недостатков и в конечном итоге не будет жизнеспособен. После окончательной смерти вашего персонажа вам придется играть за его родственника, к которому перейдет все имущество усопшего. Но мы это увидим еще не скоро, так что пока можно расслабиться. Патч 3.15 медицинский геймплей затронет уже присутствующие в игре функции, такие как система повреждений, медицинские кровати, медицинские инструменты и возрождение. На данный момент система повреждений основана на получении урона какой-либо части тела — голова, руки, ноги или туловище. У каждой части тела есть запас прочности, и персонаж умирает, когда этот запас опускается до нуля. В новой же итерации медицинского геймплея разработчики добавят систему травм разной степени тяжести. Какая-либо конечность может получить легкое повреждение — это будет считаться третьим уровнем. Серьезное повреждение — это будет второй уровень. И критическое повреждение — это будет первый уровень. Раны, в зависимости от их тяжести, будут влиять на персонажа. Станет сложно или даже невозможно выполнять некоторые определенные действия, например, такие как держать оружие, подниматься по лестнице, прыгать и так далее. При серьезном повреждении руки персонаж не сможет стрелять. Для того, чтобы вылечить травму персонажа, необходимо будет лечиться на медицинской кровати, у которых есть также градация уровней, которые надо подбирать к тяжести ваших травм. Критические травмы будут лечить кровати первого уровня, серьезные травмы кровати первого и второго уровня, а легкие травмы можно будет вылечить на всех медицинских кроватях. При отсутствии медицинской кровати игроки могут воспользоваться медицинскими инструментами. Они больше связаны с оказанием первой помощи. Это такие инструменты, как MedPen и Multitool с новым медицинским модулем. На данный момент MedPen вылечивает полностью. В дальнейшем эти средства не позволят лечить травмы, а просто временно заблокируют их последствия. При помощи нового медицинского модуля для мультитула можно будет узнать, какие травмы получил пострадавший, и в связи с этим выбрать подходящее лекарство. Мультитул сможет не только анализировать, но и вводить различные препараты для лечения симптомов травм. После чего получивший лекарственную дозу персонаж сможет дальше продолжать функционировать до тех пор, пока не закончится действие лекарств. Но после получения лекарственной дозы желательно как можно быстрее добраться до медицинской кровати, которая сможет вылечить полностью ваши травмы. В противном случае вам придется делать еще одну дозу, но персонаж сможет выдержать только определенное количество лекарственных доз в течение определенного периода времени, после чего наступит передозировка. Чтобы это не случилось, необходимо будет дать организму время на устранение интоксикации. В настоящее время после смерти персонаж оказывается в последней точке, где он был. В дальнейшем персонаж будет оказываться в больнице, которая расположена вблизи места вашей смерти, или на медкойке, в которой он был зарегистрирован. Сейчас у персонажа есть два состояния — либо жив, либо мертв. В скором времени разработчики представят промежуточное состояние, в котором персонаж будет умирать. А смерть наступит, если персонаж получил слишком много повреждений и не был исцелен. В промежуточном состоянии персонаж упадет на землю без сознания, а его состояние будет медленно ухудшаться, пока он не умрет. Это займет примерно 2 часа.
В другом варианте, когда персонаж получил очень серьезный урон за один раз, например, взрыв или падение с большой высоты, то смерть будет моментальной, и персонаж не пройдет эту промежуточную стадию. В промежуточной стадии, когда персонаж будет находиться без сознания, у игрока будет выбор – дождаться помощи или умереть и появиться на больничной койке. Если игрок решит умереть, то он полностью потеряет все свое снаряжение – пушки, броню и так далее. Ваши мысли по этому поводу, как всегда, пишите в комментариях под видео. Ставьте лайки для помощи в продвижении канала. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие выпуски. И до скорых встреч, друзья!